Я вчера разговаривал с президентом России, очень серьезная озабоченность, очень серьезная. Он сам предложил, говорит, если у тебя есть желание, мы можем вам исходный материал для вакцин. Говорит, пожалуйста, разворачивай производство, мы все сделаем, производите вакцину для себя, хотите продавать, продавайте. Если нас российская вакцина устраивает, изучите вопрос и внесите срочно предложение по организации производства. Посмотреть, сколько это будет стоить и так далее. Александр Николаевич Косинец, вы, пожалуйста, займитесь проработкой этого вопроса. Только без шума и пыли сядьте, подумайте, посмотрите аналогичное производство и предложите. Потому что это непростое производство, вы лучше меня знаете, и оно не дешевое. И никто никому свое производство не отдает. Это так уже на дружеских таких основаниях президент России предложил.